Проснись и пой. Авторы сценария Нейт Кэш и Стивен Бэнкс. Продюсер Пол Тибет. Доброе утро, Гэри! Скажи, Гэри, ты когда-нибудь думал, как Патрик проводит свое утро? Что издает этот звук? Это опять ты? Ладно, шутки кончились. Отлично ты провел меня, теперь перестань. Довольно? Перестань звонить, мистер. Я предупреждаю вас. Прекратить! Я сказал перестань! О? Но откуда же этот звук? Выключите! Дружок, ты должен помочь мне выяснить, откуда исходит этот звук. Эй, вернись! Отлично, я спрошу у того, кто знает. Спанч Боб, откуда же исходит звук? Завтрак! Иди к Патрику. Святые моллюски, еда опять кончилась. Все, что у меня есть, тупые банки, на которых нарисована еда. Я хочу настоящую еду, а не нарисованную. Оу! Моя еда внутри банки. Ладно, я тебя жду. Выходи. Выходи. О, да. Ладно, завтрак. Давай на тарелку. Давай. Милая, удобная тарелка. Только для тебя. Давай, залезай на нее. Алло? Здесь есть кто-нибудь? Не отвечают. Я сейчас спасу тебя. Как же трудно доставать тебя оттуда. Ох, идиотские бомбы. О, еда. Ах, мое любимое время суток. Завтрак в приятной компании телевизора. А сейчас прямой эфир из Бикини-Боттома. Подводный мир здесь так прекрасен. О, боже мой! Я опоздал! Мне еще нужно надеть зубы и почистить штаны. Ой! Штаны? Чистый рот — это счастливый рот. Баста. Патрик, как прошло утро? Да знаешь, как обычно. Thank you.
Патрик, так пошло утро.